В округе почтили память люберецких новомучеников, погибших в 30-е и 40-е годы прошлого века. По этому случаю в храме Преображения Господня прошла архиерейская служба, которую возглавил епископ Петр. На службе побывали и мы. На праздничную службу в храм Преображения Господня жители Люберец начали приходить задолго до начала. Почитание новомучеников и исповедников – один из престольных праздников люберецкого благочиния. Мы ждем владыку Петра, архиерейской службы. Сегодня наш как бы престольный праздник, да, люберецкие новомученики. Мы все очень рады. Икона с ликами 9 люберецких священников, погибших во времена гонения на церковь, находится в храме недалеко от входа. А каждый год в марте проходит божественная литургия, посвященная памяти собора люберецких новомучеников и исповедников. В нашем храме батюшка отец Вячеслав на каждой службе на воскресной литургии всегда поминаем мучеников люберецких, всегда молимся о мучениках. В 9 утра надвратные колокола возвестили прихожан о начале архиерейской службы. Ее возглавил викарий Московской епархии епископ Луховицкий Петр. Почтить память люберецких новомучеников в храм Преображения Господня пришли представители общественной палаты и депутаты Совета депутатов городского округа Люберцы. Это праздник всех люберчан, всех, кто причастен к городу Люберец, и приезд епископа сюда, на нашу землю, это для всех большой праздник. И депутатский корпус принимает в этом участие, он является частичкой жизни нашего округа. В 2017 году в Люберцах, на месте, где раньше находился Преображенский храм, установлена стела с именами новомучеников. По традиции, в день памяти к подножью монумента люберчане возлагают цветы. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.